После того, как вы перешли по ссылке, вы попадаете на главную страницу экрана регистрации. Закрываете это окошечко и переходим к самой регистрации. Нажимаем на нее. Попадаем в форму заполнения ваших личных данных. Я пишу от головы, то есть то, что придумал. Вы же заполняете свои настоящие данные. Всплывающие окошки можно закрывать, чтобы они не мешали. Ввожу свою почту в поле email. И номер телефона в формате страны, в которой нахожусь. Для меня это Украина. Я выбираю Украину. Так, телефон тоже пишу так просто из головы, так что если вдруг возникнут вопросы, мой телефон у вас есть. В Вайбере вам придет сообщение с него. Будут вопросы, задавайте. Так, номер готов. Ставлю галочку «Мне есть 18 лет». Она должна засветиться синим цветом. И ввожу капчу подтверждение. У вас она будет своя, естественно. После этого нажимаю кнопочку «Зарегистрироваться». После регистрации появляется информационное окошко о том, что регистрация прошла и письмо выслано вам в почтовый ящик. Переходим в почтовый ящик. Нам нужно создать пароль для личного кабинета. Для этого открываем письмо и в строчке «Логин». Почта, да, и пароль не установлен. Установить, нажимаем, переходим, устанавливаем пароль для личного кабинета. Выглядит, вернее, звучит сложно, но на самом деле это просто, и эта процедура делается один раз. Устанавливаете пароль, который вы, конечно же, должны запомнить, и нажимаете «Отправить». Теперь авторизируемся в личном кабинете. У нас есть и почта, и пароль. Нажимаем «Войти». После входа в личный кабинет на балансе мы видим 10 тет. Тета – это международная валюта, чтобы не переводить в доллары, тенге, рубли, гривны или какую-то другую валюту. Да? Вот, кстати, сохраняйте пароль, нажимаете «Сохранить» вот в правом верхнем углу. В общем, внедрили вот такую вот цифровую валюту тета. Одна тета – это 1 доллар. Вам сразу дарят 1 доллар, вот сверху вы видите 10 и снизу 10. На нижний не обращайте внимания, нас интересует бонус новичка 10 тет, то есть 10 долларов. Нам нужно создать депозит. Для этого нажимаем три полосочки в левом верхнем углу, их очень плохо видно. Для тех, кто нашел, не нашел, три полосочки, левый верхний угол. Нажимаете и переходим в раздел «Депозиты». Он третий сверху. Нажимаем на него. Зайдя в депозиты, мы видим очень длинные строчки. Нам они не интересны. У нас будет один депозит, повторяющийся каждую неделю. Он находится первым. И на вот это голубое окошко нажимаем. В верхней строчке со звездочкой вводим название депозита. Мой депозит будет называться просто «Первый», поскольку он размещается первым. В следующей строке я вписываю сумму подарочного купона 10 тет, 10 долларов. И ниже сразу прописывается 11, то есть 1 доллар через неделю вы получите, а 10 реинвестируете точно таким же способом. В кабинете есть таймер, по нему вы можете следить, как это происходит. Второй кабинет абсолютно идентичный вот этому, то есть регистрируясь в двух кабинетах, вам достаточно смотреть один вот этот вот ролик. Вы поймете, как это делается там и там. Депозит создан, и мы ждем, когда он отработает неделю. Через неделю реинвестируем, и так каждую неделю бесконечно. То есть вы можете получать 8 долларов в месяц абсолютно бесконечно, без каких-либо вложений. Вам, возможно, позвонят менеджеры, предложат свои услуги, консультации. Скажите, я зашел на бездепозит, хочу осмотреться, вот как бы пользуюсь им. Или буду пользоваться только им. То есть можете мне не звонить, я буду пользоваться только им.
Ну, они очень вежливые, приветливые, поэтому пообщайтесь. Может, вам что-то там будет интересным или понравится. Это уже ваше личное дело. Ни к чему не принуждаю. Мы здесь за 8 долларами, которые каждый месяц будут нам приходить. Так, далее. Добавить на главный экран все это можно. Для этого нажимаете в правом верхнем углу три вертикальные точки. Нажимаете «Добавить на главный экран». Я переименую, напишу название проекта. Этот проект называется «Суперкопилка». Второй проект, когда будет добавлять, он называется Wise Deposit. Все, нажимаю добавить. И теперь этот логотип размещен у меня на главном экране. Мне не нужно искать каждый раз его в браузере. Красный значок с буковкой S. Это суперкопилка. Wise Deposit будет, скорее всего, синим с буковкой W. Контакты мои на экране. Пишите, звоните, если у вас возникнут сложности.